закончился голод 2,5 дня. Для того, чтобы нормально из него выйти, что я использую? Я использую, кстати, вы иногда наблюдали за собой, что после голодания, да и вообще бывают у нас судороги, то есть не хватает разного рода микроэлементов. Эти микроэлементы я как раз беру из глубин океана. То есть здесь морская капуста, там ракушки и прочее, которые перемолоты. Этот порошочек сухой я заливаю, настаиваю, получается такой вот своеобразный киселек, который я как раз и выпью. Ложечки использую серебряные. Помимо этого, чтобы у меня был порядок в кишечнике, я использую свой любимый тмин. Это так зира. Разновидность тмина. Есть черный тмин, есть серый тмин. Вот черный я уже съел. Вот уже подъедаю. Серый тмин отлично работает. Далее, чтобы полноценно было питание, я использую, вернее, добавляю проросшую пшеницу. Видите, сколько я ее прорастил. Что-то так вяловато использовал. Постоянно забываешь. И в качестве напитка я использую шиповник. Дает огромное количество витамина С, при этом никакой передозировки. Супруга еще использует лимончик, она делает. Далее, значит, что там? Мы используем болгарский перец лучок и, конечно, чесночок. Яблочки и гранаты это она ест, но яблочки я тоже подъедаю. Вот я с вами поделился тем, что я использую. Значит, проросшую пшеницу, витамины группы В, здесь уже нет крахмала, а именно солодовый сахар, энергия здесь. Хорошо высушенный, видите, шиповник, плоды шиповника завариваю вот в том термосе и потом пью. С утра натощак, смотрите внимательно, я всего лишь навсего вот столько принимаю утром один раз, все достаточно, чтобы у меня никаких газов, брожения не было в животе. И микроэлементы, все. Вот этим я хотел с вами поделиться вечерком, чтобы вы также понимали, как можно выходить из голода и полноценно снабжать организм свой всем необходимым, даже более того, чем необходимым, чтобы было, так сказать, плюсы, потенциал вашего здоровья возрастал. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!